Всем привет! Сегодня с вами рассматриваем уже другой мультитул от фирмы Райке. Он уже покрасивее на вид и с множеством функций. Побольше, чем в предыдущем. Будьте очень аккуратны, потому что с первого дубля я уже порезался. Так что можно сказать, что уже наперед вам говорю, что вещь очень острая, очень хорошо заточенная. Ну и раскрывать сейчас я вам всего не буду, потому что опять порежусь уже второй раз. Мультитул от Райке. Приятного просмотра. Недавно я вам показывал мультитул с этой же линейки от Райке LD21, но с набором инструментов попроще. А сейчас рассмотрим набор поинтереснее. Это многофункциональный нож Райке LD43. В прямом смысле слова является самым ярким представителем складных ножей линейки LD. К достоинствам этой модели, помимо дизайна, также можно отнести отменное качество сборки, надежность и наличие действительно полезных инструментов, с помощью которых можно решить широкий список задач. Он подойдет для приготовления пищи в полевых условиях, ремонта велосипеда во время прогулки и еще массы подобных ситуаций, в которых вам может понадобиться надежный и универсальный нож. Основным инструментом в данной модели является клинок формы клиппоинт с гладкой заточкой. Он открывается с помощью одностороннего шпенька и фиксируется замком Liner Lock. Остальные инструменты, среди которых есть клинок с серрейторной, то есть волнообразной заточкой, пила для работы с древесиной, отвертка с плоским шлицом, совмещенная с открывалкой, отвертка с крестовым шлицом, многофункциональное шило, съемные щипцы и выдвижной карабин в открытом положении фиксируются механизмом Slip Point. Материал для изготовления всего инструмента в модели LD43 является закаленная нержавеющая сталь марки Sandvik 12S27, закаленная до уровня 58-59 HRS. Именно благодаря ей этот нож выдерживает различные неблагоприятные условия эксплуатации и не ржавеет после длительного контакта с водой. Накладки на рукоять изготовлены из G10. Они имеют традиционные для линейки LD формы, однако окрашены в ярко-зеленый цвет. Это позволяет быстро найти нож среди прочего снаряжения и не терять его из поля зрения в экстренной ситуации. На одной из плашек установлена съемная стальная клипса. Она способна надежно фиксировать нож на поясе брюк или лямке рюкзака и не даст ему выпасть даже при сильной тряске. Лезвие у мультитула просто бритва. Сначала порежем бумажку, а потом порежем колбаску. Просто нереальная бритва. У меня уже этот мультитул далеко не первый. И все ножи и мультитулы от Райке сделаны из очень качественной стали и очень хорошо заточены. Так, и нарежем колбасочку. Колбаска у нас твердая, даже очень. Так что обычным тупым ножом мы ее никак не нарежем. Ну, а этим, как видите, элементарно. Вот возьмем для сравнения старый обычный советский нож. Я жму сейчас, и он еле-еле-еле режет колбасу, кромсает. Берем этот. Оп, отрезали. Вот тоненько. Я на него еле-еле жму, и он режет. Мультитул реально достоин вашего внимания.
Модель реально колоритная, интересная и качественная. А еще для ножа Райки LD43 на протяжении 5 лет с первого дня покупки действует официальная гарантия от производителя. Так что если рассматриваете подобный мультитул к приобретению, то присмотритесь к этой модели, она достойная. Всем спасибо, что смотрите. Пишите в комментариях ваше мнение насчет данного гаджета и подписывайтесь на канал. Пока что ролики выходят не так часто, как хотелось бы этого, но надеюсь, это временные трудности. Всем добра и мира. Все буде Україна!